Здравствуйте, друзья, коллеги, уважаемые подписчики. Начал я тут подбивать итоги на канале. И оказалось, что я тут вам задолжал уже море всего. У нас, оказывается, вышли ролики с тремя напитками. То есть вот дистиллят из ленивой браги, ротафия мандарин и джин. И они до сих пор еще не разыгрывались. Ну а как по последним веяниям, разыгрываем три бутылочки по 0,5 каждого напитка. Единственное, что доставку оплачиваете вы сами. Просьбочка, если кто-то с этим не согласен и попадает в победитель розыгрыша, в комментариях писать, что он отказывается. Тогда эту бутылочку мы разыграем для другого человека. Ну, а так вот получается, что сегодня у нас прямо большой, чуть ли не грандиозный розыгрыш. Разыгрываем 9 бутылочек по 0,5. 3 напитка. Целых 9 счастливчиков смогут их попробовать. При желании смогут написать в комментариях свои отзывы об этих напитках. И поделиться своим мнением с остальными подписчиками. Также для всех подписчиков хочу сказать, что на канале периодически проходят дегустации, в которых можно продегустировать напитки. Высылаются дегустационные наборы по всей стране. И онлайн проходит стрим с дегустацией. Ближайший стрим будет 10 октября. Основной темой стрима будут джины. Будет несколько разновидностей джинов, всяких разных. Ну и, возможно, не только джины. Заявки на этот стрим, онлайн-дегустацию, принимаются до 20 сентября этого года. То есть, чтобы потом все успели получить напитки. Для того, чтобы участвовать в дегустации, нужно написать на почту, ну вот, которая сейчас появилась на экране, либо которая будет в описании, она одна и та же, что хочу участвовать, ответным письмом я направлю условия участия в дегустации. Ну, поговорили не все, вроде как все сказал. Теперь переходим к компьютеру и начинаем разыгрывать напитки. Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Вот мы и за компьютером. Пора приступать к розыгрышу. Вот я открыл видео на своем канале. И смотрю. После розыгрыша первое, что мы делали, это была перегонка ленивой браги из ржаного солода. Открываем ролик. Здравствуйте, друзья, коллеги. Копируем ссылочку. Переходим в ультрагенератор. Победитель YouTube. Вставляем нашу ссылку. И генерируем первого победителя. Олег Пивков. Давайте посмотрим, как у него с подпиской. Подписки. Давайте откроем их полностью. И смотрим. Самоделки, Нико. Подписка есть. Олег, поздравляем тебя с победой. Ждем информации, куда отправлять напитки. Да, на почту, которую я уже говорил, она в описании, она была в ролике. Отправляем фамилию, имя, отчество, номер телефона и ближайший пункт выдачи СДЭК. Ну, а теперь посмотрим, кто у нас будет следующим победителем. Генерируем. Сергей Мельников написал тоже, хочу попробовать ржаной СМ. Ну, значит, если есть подписка, то он его попробует.
смотрим, что у него на странице. Открываем. Ищем. Что-то пока не находим. Так. Подписки. Так, так, так. Так, так, так. Ну, подписки нет. Так что, извините, Сергей, но сегодня вы мимо. Значит, будем генерировать следующего. Рома Потаничев. Открываем его страничку. Каналы, подписки, Самоделкин. Все присутствует. Роман, поздравляем вас с победой. Жду информацию, куда направлять выигранный вами напиток. Ну и третий победитель по ржаному дистилляту. Бухлолог Влад, однако. Ну ладненько, сейчас мы посмотрим. А подписан ли Влад? Каналы. Подписки. А подписан, однако, Самоделкин и Ко. Влад, бухлолог, поздравляю тебя. Так что жди ржаной дистиллятик. Ну и не забудь прислать, куда его отправлять. Теперь следующий напиток, который мы делали на канале после ржаного солода, ротафия мандарин. Ну, это был старый ролик, который я перевыкладывал, но так получилось, что напиток у меня есть в наличии, и поэтому я его могу смело разыграть и отправить. Спирт. Также открываем, копируем ссылочку, переходим в ультрагенератор, вставляем и генерируем первого победителя. Bitter Almonds. Вот теперь посмотрим на его подписки. Присутствует ли у него подписка на канал Самоделкин и компания? А подписочка есть. Значит, поздравляем очередного победителя. И также, как и ото всех, ждем информации, куда отправлять. Одну бутылочку ротафии мы разыграли. Генерируем следующего. Клёп-поклён. Но подписочка здесь, по-моему, есть. Что это мне подсказывает, что как-то он уже что-то у нас выигрывал. Ну, вот подписка есть действительно. Но выигрывал или нет, точно не помню, но на слуху. Так что поздравляем, ждем информацию. Ну и третий человек, который получит у нас ротафию мандарин, не удалось обнаружить, но генерируем еще раз. Майк Беловолов. Понятненько. Майк, смотрим подписки. Ну вот она, подписка есть. Поздравляем победителя.
Ну, а далее у нас будет следующий напиток. А следующий напиток после ротафии мандарин у нас был джин. Сухой классический. Открываем ролик. Копируем ссылочку. Переходим в ультрагенератор. И генерируем первого победителя по джину. Александр Любешкин. Смотрим подписки. А вот у Александра что-то с подписками не очень. Ну, значит, это уже второй человек у нас мимо. Поэтому генерируем следующего. Максимус Бейтс. Макс, поздравляю тебя. Ты победил. С человеком знакомы лично, поэтому вот подписочка присутствует. Максим, поздравляю. Можешь получить свой джин. Теперь генерируем второго победителя по джинам. Юрий Семичев. Ну, Юрий Семичев, насколько я помню, тоже подписочки были. Нет. Значит, я что-то путаю. К сожалению, подписки у Юрия нет. Либо подписки его закрыты. Поэтому генерируем следующего победителя. Как снять блокировку с того, чтобы не показывались ваши подписки? Есть ролик на канале, и можно зайти, посмотреть и это все сделать. Ну а пока переходим к следующему победителю. Константин С. До 20 в струе берете немного. Вроде после 40 в струе уже вареные нотки, а потом и тряпки идут. Ну так вот, Константин С, у вас есть возможность попробовать, что получается на самом деле. Если, конечно, у вас есть подписка. А подписка присутствует. Поэтому поздравляем Константина с победой. Ждем информацию, куда отправлять джин. Ну и крайний на сегодня победитель. Генерируем. Но опять не удалось обнаружить. Еще раз генерируем. Майк Беловолов. Не слишком ли часто? Ну, как говорится, с везением не поспоришь. Его подписки мы уже смотрели. А на этом все. Еще раз поздравляю победителей. Миша Беловолов у нас вообще счастливчик. Дважды победитель за один розыгрыш. Всем удачи. Жду от всех информацию, куда отправлять ваши призы. Всем всего доброго. Хороших и вкусных напитков вам.